Устала чисто мужского контента? Все эти пушки, калибры, ножи, да? Тогда приглашаю тебя сходить на канал Julia T Show. Это лайфстайл-блог, где девушка по имени, собственно, Джулия, покажет нам интересные места по всему миру, расскажет, как поступить на учебу за границу, проведет по топовым университетам, а также поведает о медитациях и многое-многое другое. В частности, для нас, мужиков, интересен будет женский взгляд на эксклюзивные тачки, а также на вопросы недвижимости в посещаемых местах. Пока там всего несколько роликов, но в них уже уйма всякой красоты из Лос-Анджелеса и окрестностей. Если тебе интересно и ты, прям как я, бывал в тех местах только в GTA 5, сходи на канал Julia T Show. Ссылка в описании. Бараны! Я сигнал поменял, теперь он не бибикает, а типа стреляет. Народ реально быстрее разбегается. Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка Зёбры. Привет с разрушительного ранчо, сегодня у нас экспериментик будет. Но сперва мы поглядим на винтовки. Это, ух, ее вы уже видели, это SA-58 от DS Arms. Она на базе FAL сделана. Офигенно же смотрится. Значит, ее мне прислал один из вас, ребят. Конкретнее из Калифорнии, чувак. Ему, короче, надо было ее под тамошние законы переделать, так что он вот сверху вырез сделал, чтобы с собой мы ее заряжать. Ну и когда она только пришла, там и сям деталек не хватало, ну под калифорнийские законы, так что пришлось их добавлять и собирать ее уже как нормальное, не калифорнийское оружие. Ну и в общем он говорит, мол, могу, конечно, продать, но она уже разодрана под законы эти, и стоимость ее упала сильно. Так что он решил прислать ее мне, чтобы видеть ее время от времени, вместо того, чтобы за бесценок в ломбард ее сдавать. Я с радостью принял ее и обеспечил полным комфортом, прям вообще об этом не парься. Ну и вот, порой она на канале появляется. А еще недавно у меня появилась вторая SA-58 от DS Arms. И это немного короче. Обе винтовки, по сути, вариации на тему фала. Но как винтовки? Ведь вот это, по нашим законам, считается пистолетом. Как видите, тут пистолетный стабилизирующий упор, а не приклад. И ствол всего 280 мм. Обе винтовки под 308 калибр, то есть 7,62 на 51 НАТО. Приклады на обеих пушках складные, здорово длину уменьшают, и 308 калибр. В итоге выходит крайне убойный, но мелкий причиндал. Ну, средний. Такой среднестатистический причиндальчик. Нормальный. Да у многих причиндалы такие же мелкие, как у меня. Размером. Такие же крупные, точнее. Снято. Где-то год или два назад я запрыгнул в каяк. Типа такого. Заплыл в центр прудика и начал палить из пушек, чтобы проверить, возможно ли плыть на каяке чисто за счет этой самой пальбы. Оказалось, возможно, потому что третий закон Ньютона говорит, что на каждое действие всегда есть равное и противоположное противодействие. Все знают, что у пуль куча энергии, ну, потому что они для этого созданы, чтобы доставлять в цель эту самую кучу. А вот о чем не все думают, так это о том, что в плечо вам тоже нехилая энергия прилетает. И по идее, эти энергии равны. И противоположный. Мы очень сильно упростим все это. Не будем учитывать всякие разные потери энергии, которые сложно или невозможно посчитать. Типа звука и вспышки, и даже газов, расходящихся в разные стороны. Принимаем в расчеты только два очевидных фактора. Пулю с энергией в ту сторону и пушку с энергией, направленной в другую сторону. Делаем, значит, два теста. В первом засяду с пушкой в каяке, буду стрелять по берегу. И посмотрим, сколь проплыву. Было уже такое, но надо же планку поставить. Это проверка энергии выстрела на винтовку, на меня и на лодчонку. После этого я выберусь из лодки, заменю свою тушку в каяке аналогичным весом и мишень для стрельбы поставлю. И уже с берега буду стрелять по этой мишеньке на лодке и глядеть, сколь проплывет лодка. Это уже проверка энергии от пули на лодку. Значит, у нас будет сила, приложенная к лодке от оружия, и сила, приложенная к лодке от пули. Вот их мы и сравним. Теоретически, они должны быть очень близки. А перед тем, как в реку лезть, давайте-ка постреляем хоть из нее. Это мои первые с нее выстрелы будут. 308-й, пошел. Громко. Блинский ёж. Наушники-то сменить надо.
Эта фигня очень громкая. Виноваты оказались не наушники, а очки. Видите, какие дужки толстые? Нужны были чуть поуже. Они вот не давали наушникам сесть. Заподлицо, так что такие тощие надену? Намного лучше. Ух, фаербол! Очки запотевают. Окей, пашет отменненько. Еще я недавно узнал, что слово «демолиша» пробралось в словарь англоязычного сленга Urban Dictionary. То есть, наконец-то, у него появился официальный статус. Мы больше не шобла какая затрапезная. Мы сильнейшая армия на всем современном ютубчике. У нас же пушки. Мне это так понравилось, что мы решили сделать под это футболочки с определениями из Urban Dictionary. Демолиша — это определение, служащее описанием неудержимой армии американских пушкоголиков. Не совсем верно, у нас филиалы по всему свету. Возглавляемая Мэттом Карикером, создателем разрушительного ранчо. Происходит от слов «demolition» и «militia», то есть «разрушение» и «ополчение». Осторожно, разрушенчение — это моща! Ну прикольно же это! Я был офигенно рад увидеть «demolition» на Urban Dictionary. Так что сделали футболку. И эта футболка подписочная. Что это такое? Получить ее без подписки невозможно. Эти футболки такие же качественные, классные, от бренда Next Level. Мягенькие, приталенные. Хорошо в них смотришься, но на них скидочки. И если взять подписку на 3 месяца, скидочка больше. И если на 12 месяцев подписаться, скидка еще больше. Так что если вы сильно хотите поддержать ранчо и часто закупаетесь мерчем, ну или если футболка вам понравилась, можете прикупить подписочку. Это поможет нам в наших делах, вам скидочка достанется, и каждый месяц мы будем делать новую офигенную футболочку. Это на этот месяц. Проблема в том, что тут холодно и дождик, так что пора мне уже обратно одеться. Значит, тут 10-15 сантиметров глубина, каяк дна не касается. План такой: прыгаю в него, отхожу от берега и стреляю в эту сторону, чтобы каяк плыл вон туда, и смотрю, насколько далеко он уплывет. Проблема тут в том, что из каяка я как угодно быстро могу жать на спуск и стрелять. А вот когда буду по каяку стрелять, придется целиться. Надо же в мишень стрелять, а не каяка дырявить, хотя и это возможно. Ну погнали. Есть движение! Фаербол нереально здоровый! И последний выстрел. И, как видите, довольно быстро мы уже в центре пруда. Окей. Видимо, и до берега доплывем, если мешать не будем. У меня тут 15 патронов осталось. Давайте их все выстрелю очень быстро и посмотрим, докуда доберемся. Ох, как помчались! Ох, как помчались! Теперь надо в каяка стрелять и пули ловить, чтобы не только вся энергия передавалась лодке, но и чтобы дыр в ней не понаделать. Потому что каяк этот мне нравится. И хотелось бы, ну знаете, в идеале оставить его без дыр. Мой дедуля вечно повторял: «Мэтт, без риску не видать нам Сан-Франциско». Не знаю, что это значит, но у меня вот тут бронепластинки. Выстелю ими ящик. Всыплю в него земли килограмм до 90, я примерно столько вешу. И там посмотрим, как оно выйдет. Цель тут стрелять чисто по ящику, не по лодке, не по GoPro, по ящику. Получится? Может быть. Стреляю-то я, шансы есть. Очки сразу туманит. Так? Очки сразу туманит. Вот и ответ. Уплыла настолько же, как и при стрельбе с лодки. Вот вам. На каждое действие есть равное, но противоположное противодействие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это близко прошло.
Пуля прошла вот здесь, но дырка тут ни на что бы не повлияла. Все пришлись прямо в цель. Зашли прямо в землю и, скорее всего, остановились. Я не уверен, придется вытаскивать тут все и смотреть. Но я думаю, я таки помешал этим пулькам надырявить мою лодку. Если понимаете, о чем, я и сам не понимаю. На ящике дыр нет, на каяке дыр тоже нет. Я лучший ловец пуль во всем мире. И осталась еще одна вещица, которую надо бы попробовать. Чего, если две пушки взять? Так, пока все по плану. Давайте посмотрим, получится ли пострелять быстро-быстро и придать лодке дикое ускорение. Блин, держать сложно. Окей, 308 калибр, две пушки с рук. Больновато, слегка грязью забрызгало. Ну, в общем, шикарные ощущения, очень. Вам их рекомендую. Это была супер крутая пушка до того, как я ее сюда притащил и запачкал всю. Ну блин, какая малютка! 308 калибр в компактном пистолете. Явно стоит заценить. Также, идите нашу подписочную футболку посмотрите, очень порадует ваша поддержка. И если вы хотите вступить в разрушранчение, у нас каждый месяц выходит крутой мерч. Спасибо за просмотр! Люблю вас! И до встречи! That's a great idea. What about the quad hop? Don't move. Bobby? Я доктор. Типа. Блин. Блинский. Легенда гласит, что Мэтт до сих пор находится в море. От души спасибо всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне. В частности, спасибо пользователю с ником UFO Driver. Если у тебя тоже есть желание поддержать создание контента, ссылка в описании.